Пустынные орлы в России, показать кто круче. Москва богата, провести бы здесь чемпионат погуче. Но и арабских шейхов поразишь, едва ли деньгами нас удивила сборная России, с какой казалось бы халяль. Нас тренирует пицца, их пирог какой-то осетинский. В защите сам халяль Мехмеля, кто такой вообще Годзинский? Мы представляем клубы а-ля Хлеаль, Вары, Аль-Хиляль. Но правда Дзюба русский бог, играет он за Арсеналь. Свисток раздался, побежал вперед Загоев. Аллах помог, казалось, дальше все без геморроев. Про крутость русских наша сборная тогда не знала, что на замене они держат игрока Реала. Что он игрок Вильяреала, не расскажем прессе. У нас на поле нефтяной Буффон с пустынным Месси. Но Игнашевич в обороне снова отжигает. Сергей узнал, что пенсионный возраст повышают. Как вообще так вышло, что победили нас разгромно? Последний раз так было в батле Гнойного и Оксимирона. На родину теперь лететь мы как не знаем, ведь впереди еще Салах и встреча с Уругваем.